Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Бравл Старс. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Друзья, наконец-то вышло обновление, и давайте заценим. Вышел новый бравлер. Он должен, по идее, быть у нас, да, бойцы один. Ну-ка, да, он здесь, ту! Блин, ребята, посмотрите на него, офигеть! Испытать, давай посмотрим. Ну-ка. Блин, хочется, конечно, его испытать. Сейчас мы пойдем с тобой, если, конечно, сервера не перегружены. Я точно не знаю. Итак, ну-ка. Ага, он вообще чуть-чуть, друзья, делает вперед. Но урон, в принципе... А, урона нету, прикинь. То есть он оставляет след позади. Оп, бац, он так толкает, ребята. Угу. Все, ладно, я понимаю, выходим, ребята. Выбираем. Блин, это, конечно, круто. И сейчас мы, кстати, немного... А, у меня всего-то боксов. Немного, но зато мы можем его прокачать. Так, ящик. Нифига себе, тик становится неуязвимым. А, ну это я помню. Так, и он, по идее, блин, офигеть, как он стреляет, а? Петардами. Из пальцев, офигеть. Да, смотри, на 10 тысяч боец стю. Так, что у нас в магазине? Опа! Нормально, ребята, давай-ка покупаем. Бесплатный ящик. Фига себе, блин. Сегодня меня прям радует. Улучшение супер первого уровня сохраняется в течение всего боя. Окей. Сегодня прям радует действительно меня. Улучшаем. Так, и попробуем сейчас зайти в катку. Надеюсь, сможем. И смотри, завтра будет силовая лига. До начала событий 22 часа. Вот это будет круто. Правда. Так, попробуем захват кристаллов. Надеюсь, найдет, потому что сейчас, мне кажется, много-много зашло игроков, и, возможно, тут у нас все перегружено. Так, ага, друзья, все заходит сюда, в одиночное столкновение. Смотри! Все стю, офигеть, все просто за него играют, офигеть. Офигеть, посмотри на это. Так, осторожно, осторожно, друзья, три бойца остается. Да, мы с тобой выиграли, офигеть! Так, победи врага, давай играть снова, ребята. Надеюсь, найдет еще одну катку. Блин, это круто, ребят! Ну, меня больше всего, конечно, интересует, что мы с тобою... сможем, по идее, 30 тысяч кубков апнуть, но это будет чуть попозже, друзья. Чуть попозже. На это просто надо, видишь, много времени, а сейчас я очень много делаю видосов, поэтому такая жопка происходит. В общем, друзья, я точно знаю, что 28 тысяч кубков мы апнем. Это 100%. Только вот нужно время, друзья. Чуть попозже мы это сделаем. Так, давайте все-таки одиночное столкновение находит больше всего. Раз, все, нашло. В общем, пока что только одиночное столкновение. Блин, такая карта. Ёкалэмэне. Хочется на самом деле чуть-чуть... Так. Спокойно, спокойно, друзья. Оп. Собираем баночки. Бац, минус. Все, один на один сейчас мы остаемся. Блин, персонаж очень крутой, друзья. С этими фейерверками. Что? Что это? Это... Не понял, это что сейчас было, друзья? Ты это видел?
В смысле, катка еще не закончилась и началась другая? Как это вообще работает? Я не понял, на самом деле, но смотри, здесь теперь другие герои. Так не только Стю. Так, отлично, мы с тобой выиграли. Я не понял, правда, как это вообще возможно. Так, попробуем все-таки, друзья, прорваться. Силовая гонка, нет-нет-нет, броубол. Ну-ка, возможно, уже сервера починили. Или нет? Нет, все-таки их не починили, и другое пробовать пока не советуется. А мы можем, знаешь, как посмотреть? Сейчас. Секунду, друзья. Блин, сейчас меня первым убьют. Тихо. Тихо, стоим. Блин, мистер Пропер. Все пропил. Мы можем, друзья, очень просто сделать, ага, все в меню, хотя вот... Ну-ка, давай посмотрим. Где он там в бою? А, смотри, спокойно! Смотри, каким-то образом он все-таки зашел. Давай попробуем, парное. Ну-ка, возможно, у нас найдет. Ну-ка. Каким-то образом он смог. Продолжаем. К сожалению, в другие не пускают режимы. Ну, именно, наверное, по кубкам, потому что все за Стью хотят. Все. Просто все. Бац! Что? Парное столкновение началось, прикинь? То есть, смотри, я заходил в парное столкновение, вышел, и только сейчас оно началось. То есть сейчас мы даже кубки можем получить. Ну давай попробуем. Давай попробуем, бро. Так, нет. Умирать я не хочу. Есть, отлично. Так, нормально мы так выносим. Тёма. Так, давай-ка. В принципе, тапом вообще хорошо идет. Шикарно, ребята. Е, мы 9 кубков получили, ребят. Отлично. Но это забавно, то, что нас из одной катки в другую переносит. Это вообще прикол, друзья. А тут вообще просто. Вот это вот самая, наверное, годная позиция, которая может быть. Посмотри. Тихо. Мы пока стоим, там они пока разбираются. Ультра-бравлер. Так, ну что, пора? Пора. Так, нормально. Круто. Ну, Стью мне очень нравится. Все-таки он вроде как так произносится. Блин, ребят, 9 кубков. А вот сейчас, может, даже и найдет катку. Ну-ка, давай попробуем. А давайте, знаете, что еще посмотрим? Списки лидеров. Глобальные бойцы. И сейчас Стью. 111 кубков уже, друзья, смотрите. Ничего себе. Офигеть. Так, но мы с тобой пока что давай-ка вот сюда зайдем. Сейчас полюбас нас перебросит, но я этого жду.
крысят друг друга, капец как. Так, нормально. Про. Все, отлично, ребят. Не, пока еще не перебрасывает. Ну, давайте, наверное, последнюю катку, друзья. Что же, друзья, на этом мы с тобой заканчиваем. Блин, на самом деле было очень круто. Целых 9 кубков мы с тобой прокачали. Я, конечно, хочу сейчас запушить 28 тысяч, это чуть попозже будет. Также еще завтра, ребята, вы понимаете, силовая лига будет, где еще скин на Пенни, который, правда, стоит 25 тысяч старпоинтов. Но у меня, в принципе, 9800 есть, там плюс награды вроде как должны быть как раз. Поэтому поживем-увидим, друзья, не забудь поставить лайк, на этом все, бай-бай, дорогие.